Всех приветствую, продолжаем знакомиться с художниками, их работами и, если есть такая возможность, с их автобиографией. Жан-Поль Синбальди, французский художник, который специализировался на портретах и деревенских сценах. Данных немного, данные из переводной Википедии. Родился 19 мая 1851 года в Париже. Учился в школе изящных искусств под руководством Александра Кабанелли и Альфреда Стивенса. В 1881 году при поддержке своих учителей он участвовал в показах в Салоне. 5 лет спустя был удостоен Римской премии. А в 1888 году получил крупный грант на поездки, выданный Высшим советом изящных искусств. В следующем году был награжден бронзовой медалью на Всемирной выставке. Завоевал серебряную медаль на Всемирной выставке 1900 года и в том же году был удостоен звания рыцаря почетного легиона. Большинство его клиентов были частными лицами, но он получил несколько государственных контрактов, в частности на оформление зала «Отель де Виль» и свадебной часовни в ратуше Лилле. В 1897 году ему было поручено спроектировать офис для Министерства экономики. Его работы можно увидеть в музее Поля Валери и музее барона Мартена. Умер 17 января 1909 года. Вот так вкратце, данных немного из переводной Википедии о французском художнике, который специализировался на портретах и деревенских сценах, Жан-Поль Синбальди. Пока-пока, до свидания.